Хай! Тебя приветствует Макс Вехов! Макс Вехов желает тебе успехов, Metalhead! Начинаем следующую очередную серию Metal TV. Каждую среду, каждое воскресенье смотри на моем канале новую серию с видеообзорами виниловых пластинок, кассет, аудиодисков, мерча, футболок, короче всего, банданов. Так, сегодня мы будем слушать авторский мой проект, созданный в 99 году. Второй альбом 2001 года, «Патогенный эгоизм», проект «Торн Апарт». В 99 году он был мной организован. Вот оформление, копия номер 13. Вот, ну такое простое оформление. Да-да-да. О, это тема классная. Да, офигенная. Я уже забыл, как она называется. А, «Смерть тут, которая напарь». Да, точно. Вот тексты. Вот, ну это такая «Against Suicide», против самоубийц. Развитию человека мешают две беды: незнание и невежество. Да, такой концептуальный альбомчик против алкоголиков, наркоманов. Нет наркоманам, нет алкоголикам. Ну, слушай, наслаждайся музычкой. Записан с диска, понятное дело, с матрицы. Да, я сам писал на вот этом аппарате. Тут диски, ставятся диски и пишутся. Альбом также есть на моем канале в формате Full Length для ознакомления. Ну, в качестве, понятное дело, для ознакомления. На моем канале все для ознакомления, в качестве, конечно, специально записано так, чтобы нищеброды не скачивали и пиратством не занимались. Вот. Ну, в принципе, нищебродам и такого качества хватит. Ну, некоторые, конечно, альбомы более культовые, я делаю из них промки и помечаю их своей речью в записях.
Классная тема, офигенная. Подписывайся на мой канал, будь в курсе. Каждую среду, каждое воскресенье выходит новая серия Metal TV с новым видеообзором. Слушай. Кстати, на эту тему, это Metal Necrotism, часть вторая, уже записан вокал Red Slow. Текст я придумал, мы уже, ну, я придумал текст, он их на английском языке. Вот, а, текст был там на английском языке, что я говорю, да. Доработаны, осталось свести, и все окей будет. И издать, по-моему. По-моему, я его еще не издавал, не знаю. С вокалом эту песню. И патология с этого альбома тоже уже есть. Текст я придумал, тоже на английском языке. Это слово записал партию скримов. Уже есть миньончик, можно сказать. Миньон будет называться Mental Pathology. Да, как раз по названиям песен, можно сказать, которые там будут. Все, подписывайся на мой канал, подписывайся на этот плейлист. Смотри каждую среду, каждое воскресенье новую серию. Покупай кассеты у меня. С автографом продам. Все, пока-пока.